Всем привет, с вами Наталья Кваша, и в этом видео мы будем делать бантики из репсовых лент с кружевом. Для такого бантика нам понадобится репсовая лента 4 на 21 сантиметр, один отрезок 2,5 на 14 сантиметров и 2 отрезка кружева 4,5 сантиметра на 8. Из отрезка 2,5 на 14 сантиметров делаем обычный бантик. Далее берем отрезок 4 на 21 сантиметр, намечаем середину. Далее по краю с изнаночной стороны приклеиваем кружево, так как это показано на видео, заходя за линию сгиба примерно на пол сантиметра, не более. Огибаем ленту кружевом и приклеиваем его с противоположной стороны. Также приклеиваем и второй отрезок кружева, слегка заходя за линию сгиба. Вот что у нас должно получиться. Далее к нашему сгибу сгибаем края ленты внахлёст и прошиваем, как обычный бантик. Собираем детали бантика. Бантик я решила сделать на заколочке. Длина заколочки у меня 5,5 сантиметров. Оклеиваем заколочку узкой лентой.
Для этого нам понадобится примерно 10 сантиметров ленты. Приклеиваем заколочку к бантику и закрепляем серединку узкой лентой. Подбираем декор. Кому интересно, ссылочки на декор я оставлю в описании под видео. Вот такой бантик у нас получился. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Не забывайте подписываться на канал. До новых встреч! С вами была Наталья Кваша.